Торбочка. Наполнили торбочку. Ходили в наш местный скельструбский магазинчик. Будь здорова. Сахар купили. Вот такое наше местное производство. В городе Нюкабине делают. Молоко 3,5. Хлебушек половинка. Обой. Мёд черный ржаной. Хариба вишенка. Хариба персик. Котиком такой вот паштетик желейный. Говяжья колбаска. Жесткая, но натуральная. Паштет из икры, трески. Очень нежный. Сейчас акция. Вот такой паштет. И бесплатно бананчики. Попали на бесплатную раздачу бананов. Это редко, но метко.